Здравствуйте. Хотели бы вы, чтобы корабли НАТО вошли в Азовское море для защиты Украины? Ой, я бы не хотела вообще, чтобы война была. Поэтому никаких военных как бы всяких там действий я бы не хотела в Украине и нигде. Ну, понимаете, я так думаю, если придут военные любые корабли НАТО там или России, или ЧИ, по-любому будет какой-то конфликт. Поэтому я считаю, что в любом случае был бы конфликт. Хочу, щоб наше місто, наш край, нашу Україну захистили потужні, демократичні і успішні союзники. Наверное, нет. Потому что хочется мира. Так они же для защиты войдут. Ну, это не факт. Думаете, могут напасть? Вполне реально. Нет, не хочу. Вас это пугает или что? Это все равно, честно говоря. Я просто знаю, что это дорого платить, а платить будут налогоплательщики. Ну, если Украина сама не справляется, конечно, надо. Я не решаю, я не могу дать вам утвердить. Я просто хотел бы, чтобы был порядок. Нет. Потому что я не вижу в этом смысла. Опа. Вас это пугает? Да, скорее меня это пугает. А что думаете, может случиться? Узурпация территории Украины? Нет, не хочу. Начнется военный конфликт, конечно, пугает. А не верите, что они смогут защитить нас? Может быть, могут, но любой вопрос нужно решать дипломатически, мирным путем. Пока есть хотя бы один шанс решить его мирным путем, нужно его решать. Нет, я не отвечу. Просто не интересуюсь политикой. Да. Считаете, это действенно будет? Ну, наверное, да. Нет. Я за мир. Не хочу. Хочу просто жить в Украине, и чтобы не было ни американцев, ни русских здесь. То есть... Да. Спасибо. Только для украинцев. Зачем нам здесь американцы и русские? Не надо. Нет. Ну, мне все равно, в принципе, как оно будет развиваться. Ну, я к этому отношусь как обыватель, да. Но я считаю, что это правильно. А мы что, не можем сами защититься? Порошенко говорит, что мы можем сами защититься. У нас очень крепкая армия. А Порошенко, наоборот, просит вести корабли в Азовское море. Ну, пусть водят. Пусть водят. Ну, вы вообще как к этому относитесь? Положительно. Думаю, нет. Почему? Вас пугает это? Да нет, не пугает. Думаю, наша армия и так справится.